Вот и настало утро. Вот и настало утро. Вот и настало утро. Я бы еще поспала. Часика три, наверное. Что я еще вам сказать? Не знаю, что вам сказать. Ну, ты рассказывай. Да. Тоже что-нибудь скажи. Все, без комментариев, да? Без комментариев. Сегодня мне с утра. По почте муж прислал мне, знаете что? Вы не поверите. Это телевизор. Большой-большой телевизор. Наконец-то. У нас будет телевизор. Нет, он у нас уже есть. Вот пыталась собрать подставку, но что-то она у меня это шатается вся. Придется ждать мужа. Вечером должен приехать на выходной. Завтра вечером уже уедет. Вот, а я завтра поеду с подругой, которая у меня выходит замуж, покупать свадебное платье. Вот так вот. Ничего себе, там дождик. Ого, как сверкает. Начался. Я, конечно, очень люблю дождик. Очень-очень люблю. Блин. Ужас какой. Походу, это надолго. Сейчас скоро приедет муж. И знаете, ой, мамочки, даже страшно ходить. Знаете, какую я ему работу приготовила? Ой, мамочки. У нас засорилась раковина на кухне, ну засорилась так, что там трубу или, короче, из трубы бежит очень-очень сильно. И вода вообще не уходит. Капец. Приедет муж на денек. Не знаю, что делать будем. Ой, как страшно мне что-то. Ёлки-палки. Ладно.